Всем привет, это Влад и... Костя! В общем, ребята, это вторая часть того видео, когда мы нашли баг на сервере Майнбарс на SkyWars, и мы сегодня будем искать их еще раз. В общем, ребята, погнали! Все, вот начинается наша первая катка, да? Тут ты? Я не твой сосед. Убил. Минус один, в общем-то. Так, в общем, что у нас тут? На центре у нас особого... Я ничего не вижу. У меня лук на силу 5, прикинь. Лол. Так, перлики это, если мы умрем. Так, топорик это нам пригодится. Я к ним строюсь. Я здесь никого не вижу. А, нас двое уже осталось, да. В общем, что нам надо искать? Давай найдем баг. Нашел. Нашел? Да, ведро воды. А, ведро воды. Ищи, в общем, баг. Ну что, нашел какой-нибудь? Нет, тут вообще нет. Что я могу сказать? Кажется, здесь нету бага, так что давай сделаем дуэльку, да, напоследок. Так, в общем, что у нас там? Я что-то не вижу. А сверху нет, кстати, давай сверху смотреть тоже. А вот смотри, вот маяки тоже. Видишь, маяки. Пошли на маяки. Раз. Опа, подожди, а там блок. А, нет, мне показалось, это небо. Так, а ну что я могу сказать? Давай вот перестрелку устроим, что ли, отсюда. Буду стрелять вот так вот в тебя, вот прямо сейчас в тебя стреляю. Умри. Ну, в общем, ребята, как вы видите, мы не нашли ничего там. Так что приступим к следующей катке. Погнали! Короче, вот, Костя, смотри, что я нашел. Зимушка, вон там блок, видишь, блок. Вот он, главное, чтобы не слились. Вот, чтобы меня не скинули вот эти люди. Вот этот блок, вот просто... Посмотри, вот он блок. Так, угу. Так, мне надо. Опа, все. Че это было? Ну что, ты там уже на центре, да? Да. Постарайся я убить как можно больше игроков, только сам не слейся. Ну да. Нет. Ты уже слился? Да. В общем, ребята, я не буду удалять эту катку, но, это же не он виноват. Так, в общем, что? Подожди меня, мне кажется, или мне просто показалось? Того блока нету. Да ну, с какого хрена мне кажется? Ой, это что-то. Вот начинается наша следующая катка, и мы уже сомневаемся, что здесь есть тот самый баг. О, а мне дико везет. Опа, здорово, это я. Не бойся меня. Он видит то, что мы тиммеры. Я к нему тэпнусь. До свидания. Так, в общем, нас осталось двое. Найс, тут тоже алмазочка. Откуда у тебя штаны алмазные? Дай мне, пожалуйста. Спасибо. Ты посмотри, у меня уже почти фул алмазка. Я не вижу ни там. Такс. Тут... Там тоже не видно. Сверху я, походу, ничего не вижу, да? Ну, в общем, ребята, давайте приступим к следующему. Ну что ж, ребята, вот мы снова, как всегда, вот с этим человечком. Так, у меня сразу перлы есть. На, держи, тебя Андер перл. Смотри, главное, не промахнись. Главное, не промахнись, я умоляю. А мой перл, слышь, перл. Слышь, а почему я не тэпаюсь? Вот разлей ведро. Да кто? Это ты? Нет, меня убили. Вот этот чувак. У него перл есть, он к тебе тэпается. Смотри. Чё тебе надо? Я сразу можно знаю купить? То, что он меня вот сразу сзади вот так вот начнет. Опа. Опа. Да откуда? Ой-о. Чё? В общем, смотри, у него килаура есть. У него килаура. У него килаура? Вот него... бил. Он не смог тебя бить, он... Ну что ж, ребят, вот мы нашли наконец-таки баг следующий. И давай, ну что, не умираем, сразу иди ко мне. Будем вместе заодно, как говорится, да? Алмазный меч, это... Уже знак победы. Вот он там, тот самый баг. Вот, в общем, нам туда надо, давай. Ты охраняй меня, окей? Все, разливаю воду.
Погнали. Так, у тебя есть кирка? Кирка есть? Смотри, нам нужны... Нет. У тебя есть много блоков? У тебя много блоков? У меня мало. Сейчас на чужую базу пойду, украду блоков. Опа, даже шлем крутой украду. Еще блоков парочку украду. Еще меч крутой украду. И еще парочку крутых блоков. Ну, в общем, пошли обратно. У меня есть топор алмазный, но нету этого. Че, прыгаем? Нам нужна кирка, это уже точно. Ну, наконец-то нам повезло. Главное, чтобы нас не слили. Какие еще читеры такой приходят и нас убивают? Так, я сейчас на чужом острове посмотрю. Опа, я топор нашел, но это не то, что я искал. У меня тоже топор. Так, опа, найс, найс, все. Так. Есть кирка? Нет. Нет! Че? Да какого хрена? Че, спаркурил, что ли? Ну что ж, ребята, мы наконец-таки дождались. Мы искали эту катку снова и снова. Вот он, тот самый баг. В общем, ребята, я наконец-то рад тому, что я снова увидел эту катку. Вы не представляете, насколько я рад. У нас прыжок божественный, но... Окей, чёрт. Иди в то самое место, охраняй меня. Ну быстрее, ты где? Давай, привет. В общем, ты строй, охраняй меня. Ой. Охраняй. Давай. Я разливаю воду. Нам надо это сломать. У тебя есть кирка? Нет. Окей, ладно. Сломаю. Давай, прыгай вниз. Стой. Вот ты будь наверху. Будь тут наверху, я падаю. Заставляй воду. Падай сразу. Ой. Там еще сверху другая вода, ты ее не перекрыл. Окей, я сейчас пойду вернусь. Ты вот встань туда, окей? У меня ведро воды. Окей, ты там будешь? Я сейчас это перекрою. Все, я перекрыл. Так, в общем, иди сюда, там вода уже кончается. Вот сюда встань. Смотри, вот сюда встань на шифте, чтобы ты балансировался. Так, не надо, не бегай. Так, встать. Балансируйся. Да не надо вот так вот на шифте. Вот. Тихо, я встал. Тихо, не двигаемся. Очень мало блоков. К нам стреляют. Стреляют? Блин, тихо, в укрытие. Меня убили. Вот какая тварь это сделала, блин. Не. Вот кто посмел это сделать вообще? За что? Я его сейчас убью. Я выиграл. Блин, ну ребят, давайте приступим к следующей катке, и это тоже будет груд. Что ж, ребят, вот начинается наша следующая катка, и она еще не началась. Но посмотрите, Грут, голосуй за нормальный. Ребята, вот просто посмотрите. Мы я вижу. С первого раза. Стройся ко мне. Ага. Я уже знаю, куда строиться мне. Опять этот божественный прыжок, ну господи. Опять. Мне главное, чтобы он не скинул. Я его скину. Давай. Все, пошли. Готов? Охраняй меня. Да. Ты что? Меня бьет тут! Убил. Кстати, у меня очень много блоков, у меня прям дохренище блоков. Охраняй прям четко. У меня есть 2 гэпла. У меня... Минус я. Help. Жив. Охраняю. Я его не вижу, кстати. Красава, убей этого. Янгер, я его убиваю. Ты где? Ты его убил? Нет, все, у меня перл с этого чувака попался. Ребят, вот чтобы вы понимали, я вот сейчас джиссер кликом, я вот не могу мотать рукой вот как он. Вы просто поймите меня. Я не могу мотать рукой как он вот так вот и бить. Он сдох, прикинь, он сдох. Все, в общем, ребята, вот нам повезло, да? Вот смотри, луна садится, нам надо аккуратно идем вниз. Вот здесь вот почему-то есть такой баг, когда ты падаешь и не умираешь. Господи, ребята, вы понимаете, мы наконец-таки это сделали! Мы это сделали! Слушай, прыгай. Прям не бойся. Я сейчас сломаю. А вообще не надо. Кого мы боимся вообще? Нам нечего вообще бояться. У нас дохренище блоков, нам повезло просто. Это будет наш лифт на второй... Да ты зачем так сделал? Блин, ломай теперь этот низ, ломай. Откуда у тебя кирка? Ни хрена. Я тебе говорю. Так, слушай, не ломай. Так, смотри. Вот так вот надо делать вообще. У меня еще одна есть кирка. На. Да не кидай. Блин, сломай, прошу. Прошу вот это сломать, красавчик. Нам надо воду переставить. Смотри, я сейчас надо серьезно воду переставить. Опа.
Ты чё? Нахрен ты это сделал? У нас есть спермы. Думаешь, мы допрыгнем? Я специально вот это место сделал. Ты о, посмотри, смотри, смотри. Опа. Вот нашли. Я там пролил. Так, подожди. Мы не будем рисковать нашими жопами. Прыгнем! У меня два ведра воды. Ты чё? Ты чуть меня не скинул, дурак, блин. Ты не туда воду разливаешь, господи! Ты посмотри, да, куда вода летит! Ты посмотри, куда вода летит! Придется ждать. Я упал. Ты выиграл. Я шучу. Господи, не пугай меня, прошу. Там вода разлилась? Нет? Господи, сколько она там еще будет разливаться? Так, ну что, ну там разлилась уже, нет? Я прыгаю. Прыгай, прыгай. Я сейчас тебе... Вот слушай, там ничего не делай, там ничего не делай. Вот разливай воду, смотри, что. Сразу ломаем вот этот проход. Это обязательно. Так. Да нет, не ломай, вот так вот, все, тихо, не трогай. Это для воды надо. Куда ты делаешь, куда ты идешь? Окей, в общем, так, найс. Вот наш лифт. Окей, пусть будет вот такой... Вот такой вот проход. У тебя там на два слоя, что ли, да? У меня нет ведра воды, господи, у меня только ведро есть. У меня есть. Есть, все у меня есть, тихо, не мешать. Я сейчас буду наш слой удваивать. Это ради нашей безопасности. Так, ну чё? Ну чё, куда идём? Давай, живи, чё. Я сам умираю. Я жив. Всё, в общем, я нас защитил. Давай-ка строить домик. Домик у нас тут должен быть очень хорошим и незабываемый, чтобы мы никогда этот момент не забыли. Хотя он будет на ютубе, мы его никак не забудем. В общем, чё у нас тут? Да, давай-ка. Нахрен ты его сюда поставил? Так, у тебя есть блоки? Алло, у тебя блоки есть? Алло? Нету. Ноль. Вот такой вот у нас домик получился, да? Чё, ну вообще, надо было попыхаться, так что, ну пофиг, да, пофиг. Нам нужен костер, Прям, не, ну точнее, нам нужна мусорка такая. Хорошая. Вот она, эластичная. Мусорка, не музыка, а мусорка. Смотри, ты такой приезжаешь... Вот, да, вот, да. Смотри, огонь не туши. Смотри, приезжаешь и такой, бац, проверка. Нам нужно добыть этот, смотри, вот на центре по-любому что-нибудь есть такое. Такое, пожалуйста, так. Идем, так, идем. Проходим проверку. Я упал. В общем, ребят, спасибо за то, что вы смотрели это видео. Мы наконец-таки выполнили этот челлендж. Кстати, да, я заметил то, что вы не подписываетесь на мой канал. А точнее, вот столько процентов людей не подписываются на мой канал. Вот зачем вы вот так вот со мной? Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И надеюсь, мы наберем на этом видео 30 лайков. Да. И я, как всегда, скину ресурс пак в описании. Вот этот час, который у меня. В общем, давайте. Всем пока!